Всем привет, дорогие друзья, подписчики, если есть, и случайно зашедшие на канал. Рад приветствовать вас на своем канале. Это очень крутое видео, снятое в 2006 году в 70-м полку 42-й мотострелковой дивизии. Август месяц. Это разведрота, третий взвод разведроты 70-го полка. Но сборы дивизии. Стоит третий разведвзвод, был прямо. Вот я служил в нем. Служил. Третий РВ 70-го полка, третьего батальона. Мы совершенно случайно там оказались, потому что мы взвод, а все остальные роты и разведбат есть. С каждого полка по роте и с Ханкалы там разведбат стоял. А разведвзвод нас в наказание как бы туда, ну, это одно из лучших времен моей юности. 26 лет, какая юность уже. Ну, казалось, что юность почему-то. Или 25. В общем, на нашей территории проходили сборы разведки. Поэтому боевой листок, там все у нас писали. Это командир разведбата. Дальше стоит. В общем, до этого были соревнования в футбол. Мы, кажется, выиграли всех. Земляка я встретил со своего города на этих сборах. Можно сказать, нескольких людей по кличкам. Джума, Калмык, хочется отметить. Ну, чьи имена на языке и не забываются. В общем, делайте звук погромче и приятного просмотра. Впереди нас еще будет ожидать полоса препятствий. Ну что, пацаны, скажете? Да хули скажет, пизда. А чего же мероприятие? Пятерочку, да? Пятерочку бежать. Пускай ей чуточку. Вот, давай хоба растянем. Я думаю, все комментарии он может сказать. Владимир Игнатович. Чтобы хоба не спалился. Владимир, пару слов об этом безобразии. Скажите, Вован. Вован, милый. Это говорить нечего. А что ты, брат? Это наша супергруппа. Главное, что 50% победы в руках. Это обрез. Еще 50% вот это бандан. То есть 100% победа. Вот супер наша группа, с которой должна выигрывать. Не, на самом деле. На самом деле, мы так и 70-ка вообще лучшие. Я то в рот ебал. Это, бля, не просто так. Да, и самое. По-любому что-то будет. Ладно, всем спасибо за внимание. Надо ноги разминать. Спасибо. Старый извращенец. Приятного аппетита. Самосенко! Переписал всех. Шляпу не надо, бандан? Какая шляпа, блядь, не надо, бандан? Напоминаю всем еще раз, вот сейчас люди переписаны по фамилии, кто участвует в данном соревновании. Люди эти
Группы, они монолитные. Вот кто сейчас бежит в марш-бросок, стреляет, и эти же люди, эти же стреляют. Эти же люди завтра бегут на тропе разведчика. Если есть потеря, травма, несовместимая с жизнью там, или с движением, это уже проблемы группы. Как вы будете переносить своего раненого или поврежденного? Бросать его нельзя. Группа один за всех и все за одного. В ходе марша группам растягиваться более 10 метров запрещено. Группа бежит вместе. Время останавливаться будет по последнему вашему солдату в группе. Нет смысла рвать вперед кому-то. Нет смысла бежать всем вместе. Вы один организм. Прибегаете, время останавливается. Соответственно, по ходу пребывания идете на рубеж, отстреливаете спортивное упражнение из автомата. Все отмечается, результат, и идете сюда. Такой порядок работы. Порядок запуска личного состава. Еще раз напоминаю экипировку. Разгрузка, противогаз, 4 магазина, заряженные боеприпасами. Ну и на голове обязательно головной убор или, ну, бандана, пусть бандана, но обязательно что-то на голове должно быть. Теперь командиры групп ко мне. Делаем жеребьевку, кто первый будет создавать, кто последний. Пятый, четвертый старт, первый, третий, второй, первый, кто старт? Какой? 70. Первый старт. Второй. Второй старт. Третий. Четвертый. Демчук. Пятый. Суханов. Мы какие? Суханов. Шестой. Щукин. А у тебя есть военные? Так последний, так и полный. Есть военные родственники? Однофамильцы. Вот. Конечно. Отдать разговоры. Потом у вас получается, кто что-то не услышал, кто-то что-то не понял. Пожалуйста, одного давайте послушаем до конца, потом любые вопросы задавать. Значит, сейчас. По ходу движения, как распределено, первая группа Мамонтова, вторая группа стартует Иванова, третья группа стартует Петрова. У нас здесь Сидорова только нет. Четвертая группа Демчук, пятая группа Суханов, шестая группа Щукин. Разрыв между стартами будет 2 минуты, поэтому я никого не ору. Старт, старт. Вон там он от стоянки. Добегает личный состав до Анадыря, до КПП, до первого шлагбаума. До первого шлагбаума. Шлагбаума или блока? Шлагбаума. Шлагбаум. До баума шлагбаума. А добежали. Там блока. Слышь, там машины могут стоять. Да ёпту, блядь. Пизду хомячка, нахуй. Давай. Добежали до шлагбаума, побежали опять по дороге до птичника. До птичника. И вот слева от склада РАФ, как вот обычно, по короткой дороге в сторону тропы разведчика. Домокорд, последний раз. Салаги, встаньте, эта песня не для вас. Вот бьется пыль из-под колес, по мостовой. Калаги, без дождей, а нам пора домой. Вот бьется пыль из-под колес, по мостовой. Калаги, без дождей, а нам пора домой. На Заболит тебе я книгу отдаю. Политику твою, она гражданке политика другая. Гитара другая, компания плотная. На гражданке политика другая.
гитара звонкая, компания плотная. Полгода я в Чечне пробыл, полгода деревни там бомбил. И вот убогий на костылях стою, но все-таки цепляюсь я за жизнь свою. И на вопросы, да ведь держите мой вас право правду. Вас поведут в дворцы, а там чеченцы стреляют всех подряд. Бросайте автоматы и бегом назад, земля все ближе. Клубится черный дым, в кабине трое, а парашют один, дерутся двое, а я слабее их. Лежу со сбитой головой, в голове мотив. Полгода я в Чечне пробыл, полгода духов там валил. И вот убогий на костылях стою, но все-таки цепляют я за жизнь свою. Друзья, спасибо большое за просмотр. Если досмотрели до конца, сейчас и тут меня покажут. Это лучшие года в моей жизни. Всех помню. Давайте, вот он я. Передаю привет со звуком. Сделаю там. В общем, говорю еще. В 2006 году подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, видите, как привет из прошлого. Всех помню. Эльмир, Ерема, Колян. Это мой разведзвод. Третий разведзвод наш. Паштет. Всем привет. Давай, пишите комментарии, кто служил в эти года. Всем будет интересно. Суровый взгляд интересной личности. Всем привет. Всех помню, братаны. Давайте на связь, пишите комментарии. Давайте общаться больше. Класс. Спасибо за просмотр. Очень рад этому видео. Ностальгию такую поймал и озвучил вот сразу, как получилось.